Пані Надія хоче навчитися водити та отримати права. Згадує, перші заняття в автошколі почалися ще до карантину, а зараз продовжуються дистанційно. Дуже удобно в Зумі мені, як матері двох дітей, як за городом живу, що обучатися вдома. Но, конечно же, отличается. На первых двух занятиях, которые мы были, это было живое общение, интересные какие-то вопросы, другие задавали, мы задавали. Ну, то есть учитель с нами контактировал. Сегодня мы начинаем раздел 8 регулирования дорожного движения. Викладач теорії проводить лекції онлайн, матеріал виводить на екран та пояснює його. Учні у цей час конспектують, після отримують домашнє завдання. Проте добросовісно до такого навчання ставляться не всі. В повном объеме мы не сможем их контролировать и видеть. Если они на занятиях сидят, присутствуют, мы с ними общаемся, разговариваем. Это одно. Второе, они присутствуют дома, чем они там занимаются. Но это, я думаю, минус больше для учеников, потому что мы со своей стороны даем весь материал, как положено. Вправи на рольових тренажерах поки не проводять, а ось практичні заняття згідно графіку. У нас изначально должны быть автотренажеры, но сказали, что не представляется в связи с карантином возможным это. И нам добавили вождение больше. Вождение проходит с автоинструктором, мы одни находимся, и мы как бы учимся на площадке по городу. 6-8 учнів на день, и после каждого дезинфекция. За дотриманням заходів безпеки стежить автоінструктор. Средства индивидуальной защиты у нас присутствуют, маски, перчатка, каждый со своим приходит. Единственный изъян, минус, можно сказать, то, что в маске плохо слышно друг друга. То есть общаешься, что-то говоришь и не слышно. Скаржаться, крутити кермо у рукавичках учням теж незручно. Проте ті, в кого справді є бажання отримати водійське посвідчення, терпіти готові. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».